С первых секунд этого очень уютного, по-семейному теплого мероприятия праздничное настроение его участникам создавали артисты балета «Эдельвейс», а самые юные танцоры вручили медикам маленькие сердечки – символ бесконечной благодарности за ответственный труд. Глава города Сергей Сергеев, поздравляя медицинских работников, отметил, что на территории курорта применяются новшества в медицинской сфере, в том числе и по привлечению кадров. Действует программа «Земский доктор», а система выделения врачам квартир успешно работает по инициативе главы курорта. Мы будем продолжать ремонтировать и строить новые лечебные учреждения, особенно в сельских населенных пунктах. Про город тоже забывать не будем. Глава города подчеркнул, что на курорте медицина – отрасль особенная. У нас очень большая лечебная база в санаторно-курортном комплексе. Там тоже трудятся суперпрофессионалы. На улице курортный сезон, высокий курортный сезон. Мы принимаем массу отдыхающих, но нет никаких экстраординарных ситуаций. Есть рабочие моменты, есть ваш труд каждый день, за который вам великое спасибо. Завершая свое выступление, Сергеев поблагодарил медиков за ежедневный очень значимый труд и обратился к средствам массовой информации с просьбой рассказывать о людях этой прекрасной профессии больше позитивных фактов и ярких судеб. Я хочу вам пожелать, чтобы вы с удовольствием шли на работу, с радостью возвращались домой, чтобы работа вам приносила удовлетворение, чтобы у вас было здоровье, достаток и все, что вы сами себе желаете. С праздником вас! Заслуженные награды нашли в этот день работники больницы «Здравница», амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов, преподавателей и, конечно, ветеранов отрасли, имеющих по 40 и даже 50 лет стажа. Среди них Раиса Гавриловна Джумаева. У нее высшая категория массажиста и неприходящее восторженное отношение к профессии. В санатории «Русь» она работает более 50 лет. Я пришла в 1974 году вместе с нашим главным врачом Ионовым. Он пришел в феврале, я в апреле пришла. Работала, сначала немножко массажистка работала, но потом работаю инструктором лечебной физкультуры, веду группы детские, оздоровление детей, маленьких детей, как общеукрепляющие, звуковая гимнастика, дыхательный комплекс со звуковой гимнастикой, дети с нарушением осанки, дети со сколиозом. Я очень люблю свою работу. Судя по тому, как вы рассказываете, восторженно. Я не иду за зарплатой, я люблю свою работу очень. Просто, я уже на пенсии 12 лет. Замечательно. Да, у меня 50 лет стажа общего. С ответным словом выступила генеральный директор «Зауди Луч», заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Вера Севрюкова. На нашем курорте врач, медсестра, младшая медсестра наиболее почетные и значимые, потому что помимо того, что мы лечим население 150 тысяч, там еще приезжает около 4 миллионов людей со всей страны. И каждому из них, конечно, понадобится в той или иной степени обязательно какая-то медицинская помощь. Я пожелаю вам всем, прежде всего, милосердия к больным и вам самим, от больных к вам, обратной отдачи. Я желаю вам творческих удач, понимания тех людей, которых вы лечите,